как и КАМАЗы. Грязи не боятся. Брызги во все стороны, визги и крики заглушают музыку. Схватка идет больше часа, но народ не расходится. Организаторы открывают тотализатор. Очень интересно и очень зрелищно. Любое представление, любое женское особенно действие, оно вызывает эмоции, безусловно, да. Ну, во-первых, женское тело, красота, грациозность. Мне кажется, это не может никого оставить равнодушным. И не только мужчин, но, мне кажется, и девушек. Цирк, да и только, разве что опилок не хватает. Зато есть и жонглеры, и настоящий питон. Если вы первый раз в жизни трогаете пивку, надо загадать желание. Вот так открываются выставки, музей на танцполе, точнее, вокруг него. На стенах работы молодых дизайнеров. Пританцовывая, клаберы приобщаются к искусству. Фото, графика и аппликация. Никакой обнаженки. Но намек понятен каждому. Выставка называется «Плод искушения». И все работы так или иначе связаны либо с фруктовостями, либо с эротизмом, либо с соблазнением. Выжимки таких самых сочных, самых таких скандальных элементов из фильма «Лолита», да, и сделали фотографии. То есть там модели пришлось перекрашиваться, походить полностью в образ, они находили машину наподобие такой, как в фильме. 2 часа на танцполе, короткая пробежка до барной стойки и снова веселиться. Яна Белоусова на этой вечеринке до самого утра. О том, что завтра рано вставать на работу, и вспоминать не хочет. Знаете, как-то на моей работе это не отражается, потому что я могу в любое время туда прийти и спокойно отработать. У меня здесь очень много знакомых, вот, и мне интересно просто с ними общаться, а не преследовать цели знакомства новых. Ну, конечно, интересно с новыми людьми пообщаться, познакомиться, но не более того. 5 площадок, но и этого оказалось мало. Места хватило не всем. Тусовщики зажигали, не выходя из-за столов. Кстати, 8-часового танцевального марафона им не хватило. Клаберы попросили повторить вечеринку на бис.